Согреть себя в морозный день и подарить окружающим немного тепла решили студенты Ивановского химуниверситета. Таблички в руках с призывом обняться немного удивляли прохожих и в то же время изрядно веселили. Сегодня необычный интересный день. Сегодня Международный день объятий, и мы предложили студентам химтеха не только поднимать друг друга, пообнимать своих сокурсников, одногруппников, прохожих на улицах, но и обнять свой любимый, дорогой химтех. Ребята решили не останавливаться на паре-тройке объятий. Обнимать так уж с душой. Большая перемена собрала во дворе вуза около сотни студентов, которые проявили признательность к родным стенам, преподавателям и сокурсникам одним большим объятием. Среди студентов, проявляющих ласку и нежность, появлялись и довольно колоритные персонажи. Сегодня у нас международный день обниманий. Ходим с бурундуком и обнимаем всех подряд. Бурундуки такие интересные, веселые, прикольные животные, которые несут позитив и радость в нашу жизнь. И мы решили таким вот образом принести позитив всем. Праздник еще продолжается, поэтому не забудьте в знак теплого отношения подарить своим близким объятия, приласкать детей и погладить домашних животных. И не только сегодня, а как можно чаще. Анастасия Николаева, Сергей Коликов, РТВ Иваново.